постоянно наше название склоняют, как кому не лень. А как пришли к названию? Причем такому немножко необычному названию группы. Ну, на самом деле, я уже 20 лет отвечаю на один и тот же вопрос, но специально для вас я отвечу. Спасибо. Более расширенно. Колдунья – это слово синтетическое, нет такого слова ни в одном языке. То есть это слово состоит из двух разных слов, двух слов на разных языках. Это была некая игра такая, игра слов, которая всегда меня привлекала. Слово легко делилось на английское «cold» и тюркское «дунья», что в принципе отвечало нашим представлениям о том, чем мы намерены заниматься. Я в то время увлекался древнегреческой философией, читал Аристотеля, у него был труд «Никомахова этика», и там описывалась модель идеального человека. Идеальный человек – это человек с холодным разумом, с горячим сердцем. В нашем понимании «cold» являлась ассоциацией всего прагматичного, всего рационального европейского сознания. А «дунья» – это тюркское слово, ассоциировалось оно у нас со всеми теми страстями человеческими и эмоциями, которые присущи менталитету восточных людей. «Колдунья» была для нас некой потайной комнатой с множеством зеркал, с манящими тайнами, комнатой манящих тайн, комнатой увлекательных загадок в нас самих. И мы мечтали попасть в эту комнату, раскрыть эти тайны, отгадать эти загадки. Видимо, это была какая-то миссия, мы ее осознавали,